Всем привет! Короткое видео я снимаю для того, чтобы показать, как из такой вот пряжи, а это шерсть, можно связать вещичку для себя. И, например, к весне очень хорошо подходит. И что потом получится? Вы видите, что это шерсть, которая подходит для валяния. Но сначала можно связать вещь, а потом ее постирать, и вы получите совсем другую структуру вязания. Вот это для этой пряжи требуется, например, спицы 8. Видите, стирать надо при 40 градусах. И я постираю ее специально в стиральной машине первый раз, чтобы увидеть, что получится из моей, из моего связанной вещицы. И здесь на немецком написано, что фильцен — это значит для валяния и для вязания. Я вот пробовала такой вот узор. Видите, он получается довольно-таки крупный. Вязание тунисским крючком здесь у меня. И после этого можно тут постирать, и будет тогда более плотное. Но практически я вот смотрю, если вязать тунисским крючком при такой вот, при таком узоре, то практически стирать не нужно, потому что она довольно-таки плотная вязка. Итак, моя вещичка, которую я связала, но еще не стирала. Такая моя работа. И видите, что она, вот эта сетка, насколько крупная. И вязала я очень свободно. И сейчас посмотрим, что получится, если я постираю, насколько она усядет, потому что я считаю, что она немножко мне свободная. И так как эта шерсть стопроцентная подходит для валяния, я просто брошу стиральную машинку и посмотрю, что произойдет, и вы вместе со мной понаблюдаете тоже. Итак, я забрасываю мой пуловер, или не знаю, как его правильно назвать. Мою работу я забрасываю в машинку стиральную. Поставлю программу на 30. Не на 40, а на 30. И посмотрим, что получится. Хотя 30, это, я думаю, достаточно будет. Ставлю на 14 минут, чтобы посмотреть, как сваляется моя работа. Температура будет 30 и 600 оборотов. Итак, моя вязаная вещь стирается, и я думаю, что она должна, по идее, уменьшиться, потому что это такой процесс валяния. Итак, наша машинка отработала 15 минут. Посмотрим, что там у нас получилось. Вынимаем и смотрим. Итак, мы видим, что немножко уплотнилась связка, но не настолько, чтобы она уж совсем, видите, теперь отверстие немножко мельче стали, и шерсть немножко распустилась. Значит, не так страшно, если мы простираем в машинке стиральной. Она немножко уваляется и будет более плотная. И вот сейчас, когда весенние дни, на улице уже тепло, можно пользоваться этой вязаной вещью. Спасибо, что посмотрели. Вот такая моя работа получилась
в результате вязания и легкого валяния в стиральной машинке. Всем пока-пока!